Не, на, хорошо арену изучить мне. В принципе, вообще там ничего трудно, всех слышно. Только что надо изучить эти выходы нормально. Ты тогда-то за сколько пушку оставил там этому челику? Сколько стоило? А, это пушка? Ну, она СКС была. Она не А, такая. СКС-ка, Да. У меня а. просто желтые эти были, Патроны, понял. которые сразу. Шутят. Ну да, он кинул, как Майкл Джордан, мне эту гранаточку. Престижка. Опять русаки. Тут бывают и китайцы, и японцы поди попадаются. Китайцев очень много. Пора нам китайский учить, мне кажется. Так, парни, здорово. Да-да, пора. Что-то тихо, никто не стреляет. О, все, понял. Гост, я убегал, а ты наоборот на гранату пошел. Че, куда пойдем? По лестнице или через лонг? Или подождем? Ну, еще подождем, наверное. Потом. Лонг, А конечно. гранаты-то эти боты кидают вот эти дымовые, ну. Да, они кидают много. У них только эти почти. Так, комнатка, на ней никогда ничего не было. А, нет, понятно, есть. Что-то реально очень тихо по сравнению с прошлой каткой. Вечеринка началась. Это лонг. Ну я на лонге тут чисто вроде. Это внутри. Внутри это. Внутри лонг, да. О, я думал, он мертвый. Я не знаю, Нет, открытая дверь. Туда дышит. стрелял. Дышит. Ебать, я его так хуячил. По прямой дверь, которая? Он ее закрыл, да? Дверь закрыл. Да-да, да-да-да-да. Я его очень сильно ебашил. Ой.
5 боты смог кидать. Горит. Кажется, челика сжёг. Это будет интересно посмотреть, сгорел он. Неужто мне впервые молотов пригодился? Сколько с собой брал? Да. Открой дверь, я гранат кидаю. Да, мертвый он сгорел, прикинь. Отличненько. Хороший молотов. Заебись. Какого-то мусора набрал челик. Гранатки. Тут аптечки у него две есть, если что. Большая аптечка? Нет, две маленьких по 120. Или... По 120. А, хорошо. Нет, то что. Это же дверь ключом открывается, да, вроде? Да-да. Что-то еще есть. Тут только плащ, сейфа нет, печалька. Хорошая точка обстрела здесь у меня. У нас, кстати, один сдох, труп-то его тоже надо посмотреть. Аптечки у этого есть, если что. Середина, да? Я так понимаю, он стреляет. Это боты, я думаю. Я бот убил. Дай-ка я выйду, бота заберу хотя бы. А, он за этой, понятно.
Ну, живые еще должны быть, однозначно. Альфа, пойдем вместе куда-нибудь? Как-то одному ходить Идем. страшновато немножко. О, нашего убили. Да, гаста нету. Значит, мы знаем, что противник там где-то. Ой, у меня здесь противник. Напугал ты меня. Ну это точно, ой. Ты кидаешь. Ну. Сейчас сюда придут. Или я его убил? Труп валяется. Фиг знает, убил, не убил. Много трупов здесь. Его, походу, завалил. Слышь, три трупа. Сайга. Не люблю сайгу почему-то. Слышь, кто-то ходит, ну, откуда мы пришли. Да-да. Внутри. Это хорошо. Ой, мимо. Я гранату кидаю. Кидай, кидай, кидай. Ох ты ж, собака, он там сидит в этой. Значит, я его не убил. Он опять закрыл дверь. А окна есть там? Я кинуть-то больше нечего. Мне тоже кинуть нечего больше. Че, на лонг туда же пойдем, где первый раз выходили? Сейчас, по идее, там должно открыться. Он внутри, блин. Я хочу его. Ты хочешь умереть, да? Похеру, пошли. А я к окно. Он за пультом сел. Давай в окне, а через окно его можно стрелять. Все, он не убежал. Не, нету его. Нету его, он ушел, убит.
Слышь? Тихо. Он это... Обойти решил? А, ну, не слышу больше. Че, на лонг идем? Давай. Так, сейчас наркоту принять. Да, давай назад. Ты трупов этих не смотрел, да, которые валяются у окна? Не-не, не смотрел, не. Я еще не могу понять, где боты. Они одинаково же должны выглядеть. Надо запомнить мне. Че, вниз? Пойдем. Ай-яй-яй. Двоих ботов убил. Еще одного убил. Подожди, жопу перебинтую. Вот, это... Он? Наш друг? Да, да. Сейчас я его заберу. А, он уже внутрь пошел. А, не. Не он? Он газ кинул и все. Не, просто так туда. Хуря. Так он там все-таки уже, да? Да, он, наверное, ушел уже. Тихо. Мне кажется, он там сидит в этой херне. Ну если он там, тогда он ушел уже. А, ну а, я понял, понял. Да, там же. Да. Блядь, милитарское радио нашел. Подожди. Жду. Все, давай идем. Секунду. Нашему другу надо хоть чуть-чуть что-то вернуть. Это ты дышишь, что ли? Да. Там же немерено и подшип, и этих самых.